Тем временем Госдума только что приняла в окончательном третьем чтении законопроекта о запрете денежных переводов из России на Украину через иностранные платежные системы. Отправлять средства без открытия банковского счета теперь можно будет исключительно с помощью российских операторов. По сути, это ответная мера на решение Киева прекратить их деятельность на территории Украины. Гражданам соседней страны с осени прошлого года приходится пользоваться международными системами быстрых переводов, которые значительно дороже российских. Теперь же работающим в нашей стране украинцам останется только посылать деньги на родину почтой, либо провозить наличными через границу, но там сумма ограничена. Ну и также в сегодняшней повестке президентский законопроект, уточняющий и расширяющий полномочия адвокатов. Предполагается, что им станет проще участвовать в следственных действиях. Защитникам, к примеру, не смогут отказать в привлечении экспертов для разъяснения узкоспециальных вопросов. Кроме того, адвокатов защитят от произвола. У защитников, против которых выдвинуто обвинение, планируется только на основе судебного решения. Проводить обыски только на основе судебного решения.